Собачка в вольере. Где девочка? Так, вот он. Собачья будка, вход забетонирован. Ну давай сначала посмотрим. Давайте сначала посмотрим территорию, а потом дом. Пойдемте. А у вас тут камеры висят, да? А дома кирпичный или обложенный? Кирпичный. Не обложенный? Нет. А то обычно говорят, да, кирпичный. У нас и есть такие, но здесь этот обложенный. А я смотрю, у вас тут у всех кладка такая, ага. Ну, одинаковая. Не-не-не, у нас кирпичный дом, да. От мозга. Ну, это такой придомный, да, капусточка. Ну, это все понемножку себе. Очень хорошие яблоки, очень хорошие яблоки. Здесь все предусмотрено. Ножки вот только собрала, оставляем мы. Очень много коз, сейчас одна осталась, тоже буду убирать. Сколько коз можно? Сколько хотите. А было у вас сколько? А было 15. Опа, ой, подождите, а то это. Да. Ну и молоко, и мясо, и все. Вот. Это самое. А вот этот погреб, ну идем, все, как там у нас его вовремя инструменты. Чердак есть, да? Вот. Здесь. Огород куда? Сейчас, огород вон туда, да. А. Вот это тоже, можно сказать, что наше поле. Вот посеяли мы здесь вику, если есть представление. Ну, это для козы? Такое. Да. Для травку для... На будущее, если этот участок. Можно? Да, да. Можно на кухне? Да, да. А, яблонь. Если захотите, можно сказать, что... Какой? Вот, вот это рядом. Это, да. А вот этот соседский жилой? А это тоже жилой, но они на лето приезжают. А, я понял. У нас в основном из, это самое, школу закрыли. Ага. Поэтому... А в школу возят автобус? Ну, да. И в садик, есть. Да? Да. А как садик они возят? Садик на Змеевке. А этот самый, как его, школа в Яковлево. Имеете представление, что это? Ну, да, да. А в, этот... Приходит. А в садик-то как? Они возят или сами в садик возят? Ну, в садик, насчет садика я не могу ничего, потому что у нас таких маленьких нет. А он сказал, что в Яковлево и школа, и садик сразу. Ну, значит так. Я не интересовалась, я не знаю. Нет, это надо вы узнать. На будущее можете узнать. Здесь вот куры, ну, как я говорю. А свет, свет. Да, а как же? А вода канализация? Да, вон вода. Канализация, где около собаки, там будка есть сюда подальше вот. Много было, ну, и курей понятно. Было, и кролики, у нас все было, и лошади, все, но сейчас уже... Ну, ясно, ясно. Она никому не надо. Я бы, честно сказать, ребята, отсюда не ушла бы ни с каких коврижек. Девочка в школу пошла, ее водить надо. А у них на сутки уходит дочь. Девочка, да, да. Лиза ее зовут. А сколько они вообще молока дают? Ой, у меня, пожалуй, по 5 литров давала. Ну,
Убрали мы всех, потому что, да. А не пахнет молоко? Нет, наше молоко не пахнет. Есть, конечно, и коровье такое же есть, пахнет, если не пахнет. Угу. Но нам как-то удавалось. Сейчас я вытащу собачку. Нет, собачка молоко нельзя, собачка сидит. А куда вот собак день? А? Собак куда? Вам оставят. Она живая уже. Нет, она бы сейчас отвязала вас всех. Нет. Она не злая. Вот. Не захотите, я еще не знаю насчет той собаки. Зять он такой, что он собачник, да. Ну, они сами здесь жили, да, молодые? Зять да, с дочкой да. жили здесь, да? Да, да, А давно у них? Ой, сколько ж, года два. Года два. Ну, сейчас так время, ребят, летит, да? Говорю, да, правда, вчера, тут вчера, оказывается, уже. Ну, а здесь вот, как его? Ну, склад. Ну, можно сказать, да, вот его инструменты. Угу. Здесь зерно. Все оставляем и зерно. Ну, все, если кто, что. Ну, нам интересно школа и садик больше. Ну, насчет садика, ребят, ничего не могу сказать, потому что... Ну, надо... какой сейчас садик, она маленькая. Надо узнавать, да это вот. А ее? Ну, а это через год. Через год уже в садик. А детей здесь? Есть детишки, да. Но много живут люди, это, с молодые по деревне. Ребят, если честно сказать, уже все возвращаются потихоньку, возвращаются. Уезжали в город. Ну а картошку сажали в этом году, нет? Покажу вам погреб. Вот, а, ну в смысле, вот тут сажали? Нет, или сажали где? Картошку мы. Сейчас я покажу. Это специально взять, разработал эту землю, чтобы посеять здесь. Ну, здесь траву хорошую. Хорошую, угу. Да, здесь разнотравие. Вот, я его вводила. А вы в город сами? Завод. Ну что мне делать? Что мне? Я бы никуда. А, здесь ну такая вот оно, поле. Благодать. Вот наше поле. Вот наше поле. Это для козы капусты. Я прям ставлю ее туда. Я мусор вот сюда скидываем, сбрасываем. И жгете, да? Мешка, да? Потом поджигаем. Потом жгете. В соломке оно все сгорает. А что, это забор был? Что это было? Нет, это когда... Это фундамент. Хотели строить? Не мы. Это когда только здесь строительство было. Вот эти люди, которые хотели здесь жить, для поросят. Свинокомплекс. А. Мы не разрешили, как какие поросята, люди здесь все это. Ну, понятно. Вот так. Даже вот он сделал выгон. Тоже хотели брать поросят. Выгон сделал все. Ну, с квартиры дальше получилось, и они... Ну, ясно. Ну, да, жизнь такая. Купили. Думаешь одно, а получается другое. Мы тоже, тоже думали, город. За, за бугром там вот эти вот речка у нас. Ага. Вот. Ну, у вас воздух. И пруд в деревне где-то а? Есть, и пруд есть, да? И пруд есть, пруд вот там за церковью, церковь уже проезжали? Да, 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 да. За церковью пруд. А, рыба есть? Там вот есть, там приезжают и глушат, ребят, правда, ругаются местные. Глушат? Да, есть такие. Я только на удочку ловлю. Да, да, есть такие. Ну, ясно. Не, ну тут красота, конечно. Красота. А там брошенное, да, что-то, коровник или что? Это был раньше, когда мы только приехали, этот коровник был, да. Потом сделали свиноферму, потом колхоз развалился, народ разбежался, а теперь потихонечку приезжают. А с электричеством какие дела? Отлично, отлично. То, что касается газ, электричества, по первому звонку они уже здесь. Ну, вот, по первому звонку. А вы к кому привязаны? К Свердловскому району. Нет, ну у вас станция или а вот наша где станция. А у вас вон, своя подстанция? Вон она, вон, вон, вон. А, все, все, я вижу. Вон. Угу. У нас их три здесь. Ну, одна, ясно. Но вот эта не живет туда. Здесь, да, это сестра моя, но они не живут, потому что возможности пока нет. Ну, ясно. Я им приватизировала этот дом. Раньше у них был впереди, по-моему. Самый первый. Ну а кстати, так, а ваша земля получается как? Наша вот земля так? Вот, вот, и вон туда, вот, видите, вот где зеленая. Ага. А если честно, вот это все наше. Ага. Вот это. Ну вот а это приватизировано к этому дому? К этому дому, да. Ага. Ну а так, сколько ваши именно по документам? Ой, я честно сказать, я не знаю. Я знаю, что шума никакого не будет. Ну ясно. Не будет, потому что это все наше. Раз я говорю наше, значит уже это не чужое, не вот эти соседи. Ну ладно, так, понятно. С землей понятно. Так.
даже так, что я говорю, может быть, вот это, как говорится, не сюда будем искать человека. Не хотят. А вот если что, сеновал. Угу. Вот тыкву вырастила. Если не думаете, что, если не вы другие, кто. Ага. Вот, ну, сено. Ну тут на сколько? На 5 коз хватит. Коза 2 тюка ест. Да. Примерно за зиму. Килограмм 600-700. 5 коз, 1 корова. Ага. Вот. Ну тут, блин, сколько тюков? Здесь, тюков 10? Здесь не тюки, это вот, вот эта трава. А, не, ну я понял. А-а-а. Ну так по... Это все трава. Вот такие дела. Все, да, а то я... Ну да, да, да. Вот ребят тоже старались, не хотели, не думали даже уезжать. Он поменял проводку, это канализацию, вот эту систему, эту всю пластиковые окна поставил. А мы заблудились еще. Мы ехали. Я смотрю, что долго нет у вас. А как да, там была пробка по основной трассе. Мы поехали через Гать. Через этот, ну. Да, я поняла, поняла. Через Грин. Да, да. Вот. И там круга сделали, получается. Выскочили здесь, все равно на Змеевке. Мы проехали, наверное. Вот так. Да, и, да, короче, туда-сюда. Да, ну да. Ладно. Ладно, это ерунда. А так-то сколько дорога-то ехать? Вот если вот летом вообще замечательно отсюда ездить. Вот через речку, где вот эта церковь, ага. Да. И минут 40 вы в Орле. Ага. А если через Змеевку? И через Змеевку почти так же. Так же. Почти так же, да. Просто почему Майя ездит иногда через Гать, там поспокойнее. Ну ясно. Ну да, да, да. Еще быстрее добирается, чем ругаемся. Хотите отсюда, хотите отсюда. Ну да. Вот фундамент сделали, этого ничего не было. Вот, забор сделали, подъезд сделали. Единственное, что у нас нету большого погреба, он свалился, у нас и мы не стали. Он привез вот эти шпалы, все, все, ага. Хотел делать. А теперь кому надо будет, ребята сделают по-своему. А так где храните? В доме? А, погреб? Я для себя немножко в доме, вот, да. Ну, картошка-то. Картошку, морковку готовим. Она не злая, она хорошая. Можно вот такие барские сделать. Как звать? Герда. Герда. Хоромы имеют. Да, уселись. Вот ты себе батька какой, да? Вот насчет своих домов. Давай, мою. Давай, не надо, собачки. Больница была. Да ты что, говоришь, батюшка. Укол, мама родная. Ну ничего, зато уже все прошло, да? Ребят, вы проходите, это у меня грязный, а вот чистенький. Вот, обо мне. Ага. Ага. Ты хочешь ботиночки снять? А вот тебе надо, ничего не у тебя чистенький, хороший ботиночки. Шкаф, наверное. Красивый. Да, ребят, просто это погреб. Ага. А там, а там по прямой. А там банки, склянки, посмотрим. А, ну кладовка, кладовая. Моя птичка, иди, игра. Это кухня, да? Ага. Заходите, запрыгивай. Ну, я сейчас ее, а то она игрушка. Да, разводится. Идите, 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 ребят, да, успокойтесь. Да. А это печка. Да. А печка действует? Она переделана, подхватил. Походу. Да, да, да. Ребят, да. Это самое, что хочу сказать. А вот у нас, видите, какое отопление шикарное. Многие поломали вот такую печь, свои печки. У нас печка здесь а огромная была. А как она сделана у вас? Перед под газ она сделана? Она, да, конечно. И вот только я ничего, я выключила только вот ее на горячее. Mm-hmm. Вот. И дома духота, жара в доме. И с нее разводка идет. Все, вода, сейчас да? Посмотришь. А там да, бачок да, на чердаке. А, на баке, да, на чердаке mm-hmm. бачок, да. А как она топится, эта печка, я не понимаю. Она как? Вот, спичку там или бумагу я, потому что ну, руки уже больные. Да, котел. Вот, зажигаешь, там вот дырочка вставляешь, зажглось. Все, потом сразу раз вот сюда, все. Этот, ну, как это его, котел. Насос у нас там в спальне. Включаю насос. Да, 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 все. Ничего не надо, да? Нет, 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 нет. Вот, колонка, колонку сделали. Угу. Купаемся, горячая, холодная вода. Посуду помыть, горячая, холодная вода.
все условия создали. Поэтому я мне не хочется выезжать. Очень. А вот насос еще. Да. А, ну это на что? Это что? Как где насос? Это а нет. Это фильтр. Это фильтр. На воду? На воду, это самое, как его, вот для стиралки. И здесь была у нас еще мощная посуда. Ну вот, кран остался. Да, машина моет. Вот это, поняли. Посудомоечная, да, машина. Да. Угу. Ну она зачем мне? Большая, я говорю, ребят, забирайте еду, а я что, две тарелки себе не помою. Убегай. Убегай, да, она такая. Ну, да. А мед? А мед. Или что это, мед? Мед, мед, ну, да, да. У вас-то нет? Нет, у нас, когда хозяин был живой, у нас был мед. Ребят, все это здесь остается, сразу говорю. Ага. Мебель, это все остается здесь. Вся мебель? Вся мебель остается. И машина стиральная? Нет, это, конечно, нет. А холодильник? А холодильник, конечно, как вы думаете, а я еще, они же мне квартиру купят, как я буду? А, не, ну вы электронику забираете. Да, холодильник только заберу, этот, как его, микроволновку заберу и стиралку. Вот эта стенка остается, вот это все остается, стол остается, там что детская, еще куда не потащит это. Так, ну это зал как, да? А? А это зал, да? Да. Потолки высокие. Высокие, да, высокие потолки. Так, ну и две комнаты, да? Нет, зачем? Три. А, три? Три, да. Угу. Вот. Это хозяйская? А это спальная. Это останется здесь. Кровать. Какую-то одну возьмут, наверное. Нет. Еще посмотрят. Если будет одна комната, куда ее эту кровать не поставишь. Тоже будут смотреть. В основном так, все это еще это одна. Да. Мне внутри бетишку если что, маленькую. Или вашу, ребят, куда. У нас дети были тут большую. Внучка большая, старшая. Вообще-то ее комната была. Ага. А ремонтик, ребят, вы сами есть уже. Мы хотели, конечно, все это делать, но не стали уже. Кто захочет, пускай. Я еще говорила, да, всю сантехнику поменяли и паровое поменяли. Радиаторы кругом поставили. Mm-hmm. Да, да, здесь этого не было. Были только трубы. Да. Mm-hmm. Ну да, с радиаторами-то теперь жара. Ага. Вопрос. Только были трубы. Вот такие ванная комната. Вот. Mm-hmm. А душу, ну, вон, у меня порвалась цепочка. Повесила. Мам, пока ладно, потом что-нибудь придумаю. Это самое, отдушину он сделал. Это все. Вот, тут вообще жара. Ага. Качечка, ну, это от печки. От печки, да. Почему мы и оставили ее, чтобы здесь было тепло. А многие убрали. Вот с этой стороны, ага. Она пить хочет, у нас кошка же пьет такую проточную воду. Ага. Чуть-чуть. Вот это? Да хоть это, хоть это. А, ну горячий, когда только этот включает. Нет, тогда только колонка. Колонка. И здесь тоже стоят фильтра. Вот, два хороших, больших фильтра. У нас, если у кого идет желтый, у нас...